Эстафету патриотизма поколений продолжит конкурсом стихотворений имени Бориса Богаткова. Поэты подали уже более 50 заявок. Лучшие произведения выберут новосибирские ветераны. Своими планами, как отпраздновать юбилей комсомола и День Победы, они поделились сегодня с мэром Анатолием Локтем. В эти дни во Дворце культуры «Прогресс» проходит и выставка клубов для пожилых людей. Только в Зальцовском районе пенсионеры создали больше десятка объединений для общения и творчества. Все они востребованы. Судя по экспонатам, самое популярное направление – это рукоделие. Очень разнообразное направление – и вышивка, и макраме, и вязание, и картины. Вот все, что можно было из ничего сделать красоту, все здесь представлено. Кем гордится Новосибирская область? Выбери своего героя. 50 финалистов в 10 номинациях претендуют на победу в первой региональной премии «Народный герой». Голосуй за достойных на сайте nsk.народныйгерой.рф. Генеральный партнер премии «Газета Вабанк» в Новосибирске. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.